тематика видосиков. Вот я как раз написал книгу про онкологию. Сейчас я только что выставил этот видосик, для кого написана книга. В первую очередь для тех людей, которые хотели бы разобраться, что с ними происходит. Естественно, я от вас ничего не утаиваю, вот что там со мной было. Там месяц назад я там описал так и так. И знаете, я бы особо ничем бы не занимался из официальной медицины. Просто глядя на меня, жена говорит: так, кончай ерундой заниматься, все твои вот эти вот вещи, которые ты там, травки, мавки, там еще что-то используешь. Ну, я, правда, особо ничего и не использовал, но она так сказала. Та же, допустим, караосин и так далее, все это дозировка минимальная. А тут совершенно иная вещь. Тут надо уж бахнуть, так уж бахнуть. И опять-таки, все зависит от конкретного, будем говорить, результата. Валентина Маценко 4 часа изменила, видать, что-то тут такое более остро было написано. Пишет: Петрович, все это называется дудеть в уши или по-простому бла-бла-бла. Это онкология, лечение, профилактика народными средствами. Значит, вот смотрите, не знаю, но мне не попадало. Вот для людей, которые заболели там онкологией или которые хотели бы что-то знать, вот взяли бы те же медики и написали бы какую-то там брошюру, какой-то труд. Я понимаю, где-то что-то там есть, но я со своей стороны написал вот такой труд, чтобы в первую очередь для себя разобраться, чтобы ясно понимать на основе различных методик, на основе различных примеров, что это такое, кто о чем говорит, за что в конце концов хвататься, если уж что там-то такое будет. И вот это значит еще, вот так сказать, вот это дудеть в уши, бла-бла-бла. Вот в первую очередь у меня нет денег. У меня нет денег, если мне там предложат вот такое-то лечение. Нету их. У меня нету денег. Просто банально нету денег, чтобы лечиться. Тем более там, если смотря где там что там лечат, там такие суммы. И я не хочу ничего. Не закладывать, ничего не продавать, ничего не это. Я хочу вот прожить столько, сколько смогу за счет своего ума. Это вот что касается меня. Поэтому вот это простое, вот это вот дудеть в уши и бла-бла, это, Валентина, вы надудели в уши, потому что я смотрю там иногда эти там телевизионные каналы, и там такие цены, ё-моё, да человек за жизнь столько не заработает, сколько врачи просят за лечение. И если у тебя нету денег, ты им не нужен, ты им не интересен. Вот в чем еще такое. Так что, Валентина, вы как-то вот понимаете, вот что такое вот бла-бла-бла-бла. Я, по крайней мере, постарался вот этот вот вопрос разобрать и описать, чем может человек сам помочь. А не полезть там в банк, заложить и потом ходить по миру с протянутой рукой. И вдобавок, никакого нету гарантий, что вот эти деньги огромные, которые просят за лечение, что это будет гарантированно, вас вылечат. Ну нету этого. Понимаете, это вот пополам на пополам, то ли будет, то ли не будет. Вот о чем речь идет, а не о том, что-то там бла-бла, вот так вот, знаете, повернули там. Далее. Вы же сами, когда заболели, когда вас колбасило и вы похудели на 7 килограмм, очень замечательно начали применять вовсе не расхваленное ранее вами народное лечение, типа керосина, тмина и прочих суперлекарств, а начали применять жутко ужасную вредную химию в виде парацетамола и анальгина, после чего вам существенно полегчало. Да, я начал применять. Жена, глядя на мое состояние, говорит: так, кончай заниматься, давай вот этим. Ну, я уже повторяюсь. Здесь, опять-таки, важно все-таки быть каким-то разумным человеком и использовать вот что там для этого надо. Чтобы пропотел там человек, чтобы еще что там такое. Я использовал это, я не этот самый, как бы сказать, не лукавлю. Я бы взял это, упустил и сказал: да вы что, я там керосином вылечился, или я еще там чем-то вылечил, или еще чем-то вылечился. Значит, если придумали какую-то заразу,
которой нету в природе, понимаете, вот нету в природе вот этого, что там придумано, и все вокруг сейчас там прячутся от всего этого, и не знают там, чем лечить. Я обошелся вот этим вот. То есть, используйте, грубо говоря, опять-таки я со своей стороны говорю, вначале я пошел к врачам, вот этот случай не берем, вначале, со своим горлом, со своим там аппендицитом, со своим еще там с чем-то. И кроме членового вредительства, я ничего не получил, понимаете? Но есть и положительные вещи, те же там парацетамол, он, будем говорить, на... как следствие того, что природное лекарство было усилено там за счет там того всего. Анальгин, тот же анальгин, там не анальгин, а аспирин. Аспирин тоже первоначально был выделен из коры там ивы. Использовать, понимаете, вот разумный человек использует то, но он, по крайней мере, знает, что, что, как. В больницу я бы ни в коем случае не пошел. Я бы лучше вот здесь вот умер, если на то уж пошло. Ну, в больницу не пошел бы. И в конце концов у меня оставалось еще средство голодания, но до этого не дошло. Так, ладно, уж это, не буду там оправдываться или еще что-то говорить. Так, хотя до этого в эту вредную химию врачи в придачу со всей медициной опускали как только можно. Да не опускал я ее, вот понимаете, не опускал я ее, как вы так думаете. Я вообще у вас, Валентина Маценко, сейчас заблокирую, сейчас я допишу видос и заблокирую. Не опускал я ее, а я разъяснял, по крайней мере. В первую очередь для себя, на основании своего собственного опыта. Плюс люди, которые первоначально обратились к медицине и ничего не получили. Они получили потому, что вообще подход неправильный. Подход заработать, а не вылечить. Так. А как приперло к стенке, так сразу и вредной химии уже не стало такой вредной и очень пригодилось. Да мне все пригодится. То, что помогает, понимаете, все пригодится. Но опять-таки, как я говорил, Рони Калиман пошел со спиной, усадили на инвалидную коляску. Флекс Уиллер, я не знаю, что там случилось с ним, полноги отрезали, протез ставили, и все. Это нормально, вы считаете? Значит, Петрович, жизнь такая штука. Да, она такая вот штука. Вы уже не молоды, и дальше здоровье будет только ухудшаться, вот этот закон биологии. Ну и что, что оно будет, пускай оно будет ухудшаться. Но это не значит, что я тут буду сидеть там на таблетках или еще. Я ответил. А вот следующий видосик посмотрите. А там как раз в этом видосике, сейчас я, ну, вы его посмотрите, но я еще разок зачитаю это письмо. Почему человек обратился вот за этой книгой? Зачем она ей нужна? Когда имеются суперврачи. Вот там, где эти врачи расписались своим собственным бессилии, и не из-за того, что даже они плохие, а из-за того, что навязана такая система лечения, что она не лечит. И вот смотрите, еще разок, мне пишут, у дочери 33 года, рак языка, 3 операции, рецидив, 8 химий, от дальнейшего лечения у врачей отказалась, потому что тело разрушается на глазах. Через месяц опять опухоль начала расти. И что делать такому человеку? Дальше, будем говорить, лечиться, делать, пока она там совсем... А от химии не за нее от облучения. Или что-то иное. То есть иное. И я как раз смотрю, вот есть иное, нечто иное. Есть и медицина, если она поможет хорошо. Есть народная медицина, если она поможет хорошо. Есть натуропатия, есть еще хрен знает сколько всего. И вот из этого всего, как из инструментов, вы должны выбрать то, что вам поможет. Но если вас делают болваном, знаете, болваном, только мы или как, а вы чувствуете, что что-то идет совсем не в ту сторону, я не знаю. И я вот пишу, а вот следующий видосик посмотрите на тему онкологии, вопрос в знаниях. Пусть лечат, но и самому не быть подопытным болваном. И я как раз и сделал. Там, где не помогает официальная, то есть я лично, идем к народной. Там, где народная не может, идем к официальной. А вообще существуют знания о жизни человека, знания. И народная медицина, официальная, натуропатия и так далее. Это все просто знания. Важно применить
в нужный момент нужное знание к себе, чтобы встать. Так. И что в этом плохого, если вы примените? Надо быть разумным человеком, а не слепым шумом. Вот что главное. А тут как раз пользуется вот это вот дудеть в уши и бла-бла насчет вот онкологии. Нет у меня денег, если я заболею онкологией. Это таких, которые там неподъемные. То есть я вот все, что заработал, это придется просто-напросто отдать. А зачем мне отдавать, что я для того работал, чтобы это все отдать? Да я лучше помру. Понимаете? Ну, помру, по крайней мере, поняв, что, что и как. А не просто тупо отдам, надеясь на что-то, и получу, о, вот такое вот я получу. Чтоб не быть каким-то, говорю, болваном, на котором делают деньги, и потом ничего не говоря тебе говорят, ну вот мы не помогли. Ну так отдайте деньги назад, раз вы не сделали это. Это так касается онкологии. Так что следующее высказывание, вот это вот пускай повисит. Следующее высказывание насчет вот этого всего. Я просто этих людей, я уже так и начал удалять, продолжу.